У России много своих Каталоний, Горбачев. Первый президент СССР Горбачев нашел в России много своих Каталоний. Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что у России есть множество своих Каталоний, с которыми еще надо разобраться, передает Интерфакс. Об этом политик заявил, отвечая на вопрос, есть ли параллели между ситуацией в Испании и событиями в СССР. «Я не буду говорить про испанскую Каталонию. Не буду, потому что у нас много своих Каталоний, с которыми надо еще много разбираться», сказал Горбачев во время выступления на презентации своей новой книги «Остаюсь оптимистом». Напомним, 1 октября жители Каталонии проголосовали на референдуме о независимости, который не признает правительство Испании. За независимость высказались более 90% проголосовавших. Горбачев и Кравчук поспорили о причинах развала СССР. 10 октября власти Каталонии подписали декларацию о независимости. Документ вынесут на голосование парламента региона, если переговоры с Мадридом потерпят неудачу. По материалам сайта newsgro.com.